Добрый день, меня зовут Рустам Хаджибаев, я свадебный фотограф. И со мной сегодня замечательная пара. И вот эта волшебная камера Nikon D850, о преимуществах которой мы сегодня будем рассказывать. Конечно, первое, что мне очень понравилось в этой камере, это скорость фокусировки, то есть фокус никогда не сбивался. В моей работе свадебного фотографа откидной экран – это просто незаменимая деталь. Множество сюжетов рождается именно съемкой от пола или наоборот в толпе, и это помогает очень много интересных кадров не пропустить. 45,7 мегапикселей просто провоцируют на съемку очень детализованных сцен. Я снимал с моста мощенную новой плиткой площадь, состоящую из множества маленьких интересных деталей. При этом даже на экране монитора, увеличивая бесконечно, я видел, что детали не размываются. То есть для меня это было своеобразным шоком. Порадовала серийная съемка. 7 кадров в секунду, конечно, очень помогают при съемке каких-то очень динамичных сцен. Я попросил моих друзей поливать водой молодоженов, чтобы были видны капли дождя. Чтобы вот в таком режиме, конечно, получить удачный кадр, гораздо больше шансов. Возможности бесшумной съемки для меня были особенно привлекательны, так как я часто снимаю в храмах, в церквях, и часто, видя осуждающие взгляды священников и видя, как это их раздражает, частый звук спуска затвора, возможности бесшумной камеры в этих условиях, они просто незаменимы. 153 точки фокусировки позволяют делать великолепный 3D-трекинг и распознавание лиц. Возможность снимать в 3 видах размера RAW-файлов для меня, наверное, важнейшая особенность этой камеры. Поэтому вот эта камера, на самом деле, впервые для меня соединила все возможности высокого разрешения и репортажной съемки. Первую часть нашей фотосессии мы делали на свежем воздухе. Потом наша невеста немного замерзла, и мы зашли в помещение в ГУМ. И это позволило нам проверить возможности камеры в условиях искусственного освещения. Все динамичные сцены я снимал на очень короткой выдержке, чтобы абсолютно заморозить движение, и качество нисколько не пострадало от этого. И, безусловно, блестяще отработало сердце этой камеры, процессор X-Speed 5, который позволил нам сделать все то, чем мы восхищались все это время. В свадебной фотографии портретная фотография, наверное, занимает главную позицию, поэтому качество передачи скин-тонов, то есть тонов кожи, для меня является важнейшим. У этой камеры она выше всяких похвал. Оно и раньше у предыдущих камер у Nikon было замечательно, но здесь я заметил, что цвета кожи в формате JPEG просто великолепны. Я думаю, что даже не будет смысла обращаться к формату RAW, будет вполне достаточно для множества случаев формата JPEG практически без всякой обработки. Для того, чтобы испытать возможности камеры в экстремальных световых условиях, мы спустились на станцию метро Площадь Революции. При съемках в условиях слабой освещенности шикарнейший окуляр этой камеры давал возможность видеть всю ситуацию абсолютно до всех мелочей, а фокусировка ни разу не дала сбоя, что для меня было поразительным фактором, и сердце мое уже принадлежит этой камере. Ее безграничные возможности дают такой же безграничный стимул для творческой свободы. Для меня очень удобной оказалась функция мультиселектора, расположенного на задней панели камеры, которая дает возможность выбора 55 точек фокусировки. Причем каждую эту точку фокусировки можно путем нажатия на мультиселектор заблокировать и автофокус, и экспозицию. Таким образом, дает возможность увеличить динамику съемки и уменьшить риски получения неправильных по экспозиции и по фокусировке кадров. Хотелось бы несколько слов сказать о возможностях съемки с откидным экраном в режиме Live View. Для меня было очень приятной неожиданностью появление функции пикинга в этом фотоаппарате, когда зона фокуса показывается каким-то цветом.
Ребята, съемка наша закончена. Спасибо вам большое. Я включаю программу SnapBridge и с помощью Wi-Fi перекину фотографии несколько для вас, чтобы вы могли ими сегодня уже любоваться. Спасибо. Друзья, вы знаете, я никогда так не хотел быстрее включить компьютер или посмотреть, что в результате получилось. Те возможности, которые заложены вот в этой новой камере, это плод, наверное, десятилетней работы специалистов фирмы Nikon, которые смогли объединить вот в этой камере самые наилучшие качества, которые возможны на сегодняшний день в зеркальной камере. Ну, это на мой взгляд. А с точки зрения как свадебного фотографа, то, наверное, она просто идеальна, поскольку сочетает в себе все возможности репортажной камеры и камеры студийной, и камеры ландшафтной, камеры пейзажной, то есть всех жанров, которые возможны при съемке зеркальной камеры. Вот, вы знаете, хочется бежать и смотреть бесконечно.